что настоящая магия начинается с того момента, когда человек, у которого есть возможности, по-другому они называют посвящение к этому, чтобы передать эти энергии, может помочь другому человеку. А потом начинается вот что. Люди говорят: да что же ему так везет? Да что же такое вообще, у него так все хорошо получается? Знаете, у меня часто это, очень часто. Я даже перестал общаться с людьми. Почему? Я делаю шаг вперед и 100 вперед. А люди делают шаг вперед, 100 назад. Почему? Я читаю мантру, она со мной работает. Почему? Я что-то знаю. Потому что я занимаюсь эзотерикой. Ну вот так я вас к этому. Такое посвящение. Или такую дхарани. Мне в свое время передали тоже. И до момента, пока тот, кто передал, был жив, я не имел права это делать. На сегодняшний день этот человек уже не жив, я имею право это делать, но не передавать. А когда мне будет возраст, там, допустим, там 60, 70, 80, и я буду чувствовать, что пора заканчивать, то, скорее всего, я объясню, как я это делаю, и создам прямую передачу, и передам это следующим своим, наверное, ученикам, или там детям, или еще кому-либо. Ну, продолжим.